Приветствую вас на канале Орлом Гейминг. Продолжаем прохождение дополнения к игре Assassin's Creed Valhalla Огнем друидов. Всем приятного просмотра. Вот мы уже у лагеря клана. Давайте с ним поговорим. Здравствуйте, друзья. Присмотрите за лошадкой, пожалуйста. А, Эйвор. Шихфрик говорит, ты охотился на северных пиратов? Они снабжали Арму оружием, но отныне им не до нее. Бог и вправду с нами. Элган слабеет и скоро изведает суд Божий. У тебя хватит людей взять Арму? Да, спасибо Шихфриху. Он собрал викингов со всех уголков Ирландии. Как ты уговорил на это норвежцев? Сказал, что после боя их ждет монастырь полный серебра. Твой отец никогда не пообещал бы такого. И не сумел бы собрать столько людей. Мы не можем завоевать сердца людей, разрушая их дома или церкви. Но теперь воины согласились идти в набег, если им отказать... Позволь мне. Думаю, на этот раз кое-что можно и сжечь. Говори. Напав на нас в Клохере, Эоган не был милосерден. Он сжег и Кашулор, чтобы показать, на что готов пойти. Теперь наш черед прибегнуть к огню и дыму. Пусть все узнают, что грозная Арма пала. Делай, что должно, но держи своих в узде. Убивайте только врагов и не трогайте церковь. Я все исполню, мой король. Есть еще кое-что. Аббат Эоган возглавляет детей Дану. Значит, отравление, засада... Все это часть гнусных замыслов Эогана. Мы очистим Арму от этой скверны. Шихфрих и я подготовим людей. Приходи, как сможешь. Встань так, чтобы видеть все, мой бард, и воспеть эту битву. Спасибо, что не стал говорить о моем прошлом. Прошлое в прошлом. Нас ждет будущее. Клянусь, Эйвор, ты будто и правда герой древности. Позволишь ли сложить песню о твоих подвигах? Да, после того, как я их завершу. Вот именно. Еще рано радоваться. Бремя власти тебе к лицу. Я очень рад. Оно тяжко, как этот новый доспех. Я тебе завидую, Эйвор. Когда все закончится, ты сможешь делать, что хочешь. Я иду, куда меня ведет судьба, Шихфрих. Никому не дано ее избегнуть. Быть королем не самый тяжкий жребий. Вполне может быть, но я в этом не уверен. Благодарение Богу. Мы пополнили войска. Благодарить нужно и Шихфриха, король. Да, я об этом не забуду. Славный юноша, хоть и не столь опытен, как его отец. Значит, ты научишь его быть королем. И при дворе, и на поле битвы. Идем. Вытряхнем лживого аббата из его норы. Да, Эоган ответит за все, что сделал. Защитников меньше, чем я ожидал. Эти трусы прячутся за стенами. Ударим, пока нас больше. Выступаем, но будем настороже. Бог хранит тех, кто прав. Вперед! Ломай ворота! Бог уже опущен! Мои люди готовы! Им нужен... Что-то им там нужно, я понял. Господь не спасет меня! Всех завалим. Уже не песик? Или что-то такое? Так, с этим разобрались, вперед. Все вместе, ясно? Так, куча подобрался. Тихо. Вы меня там убили. Есть. Так, наверху.
ближе! Не убил, серьезно. Так, нам тут надо пролезть. Это мы открыли. Так, что дальше? А. Можешь уже не стрелять. Ты тоже. Есть такие себе стрелки. Ребят, проходите вперед. Ты что, здесь все поднимешь? Ну да. Вперед! А что ты не выстрелил? Нет, ты там будет. Не допрыгнул, серьезно, чуть-чуть, миллиметр. Жестоко. Нашим нужна помощь. Все-таки. Ребят, ну что такое? Одного не можете собрать. Где он у вас? Дайте пройти. Все, идем дальше. Пусть огонь взовьется до небес! Поджечь крыши! Продам, сорян. Слазь. Ребята, вы поможете мне, хотите, не знаю. Господь, дай мне силу. Так, еще что-то подходить надо. А, дальше. Вперед, ребят, вперед. Не стоим, проходим. А, тут некоторые уже есть. Надо. Умри, милый! Увы, тут трое на одного. Ребят, сейчас вот не надо так делать. Не понял, мне там что такое. Так, нет, прицели здесь. Ай-яй. Так, это горит. Я думал, тут припасы какие-то. А по факту мы практически все сложили. Давай! Да. Ой, я его там куда-то засунул. Ты что, ты тоже умеешь так, да? Как я? Ну, ребят, вы так не умеете. Так, ребят. Оп. Зажигать. Убей. Мне энергии нет. Почему? План уже что? Есть лишь один путь! Через ворота! Сейчас я заберусь сюда. Наверх. Они отходят! Нет, так и не заберемся. Но будьте начеку! Тут заберемся. Что тут пустовато как-то, а ничего вообще? Отсюда ушли. Король Флан! Где ты? Охраняйте ворота! Да чё, не надо, подожди. Ловушка, слишком легко, так и знал. Слишком легко? Да, в принципе. Давай, валим. Флан, давай.
Так, где церковь? Впереди. Покушать надо было. Разбегайтесь, уходите. Мы вас не тронем. Помоги с этой дверью! Помогите! План. Не хочешь помочь? Тут никого не осталось. А то мало сейчас спины зайдут. Эй, сюда! Давай, давай, Фа. Чё там стоит, идёшь? Оставь храм Божий, Флансина, или изведаешь гнев Господень. И осквернил это святое место. Тебя следует изгнать, как дурную хворь. Бог мне судья, не ты. Ты мнишь себя христианским королем, но берешь на службу псов и язычников. Не смей упрекать меня в лицемерии. Я знаю, что ты глава детей Дану. Правда? Тогда ты знаешь, что побежден. Мои дети повсюду. Даже при твоем дворе. О чем ты говоришь? Киара стала бы высшей жрицей, будь она осторожней. Но она призвала силы, что не смогла подчинить. Не слушай, Флан. Он хочет сбить тебя с толку. Не диво, что она прижилась при твоем дворе. Она всегда любила тех, кто у власти. Ты лжешь, тварь! Хм. Любовь не видит грязи и порока. Если не спускать глаз с женского зада, легко ослепнуть. Нет стыда в нежелании марать руки об эту мразь. Припоручи мне этот труд. Это божий труд. Воины, ко мне! Что, испугался? Ха-ха! Твои воины такие, если честно говоря. Что тут кидает? Пулю какую-то. Ай-яй, больно. А, нет, не особо больно. Скота твоего не своди с иною породою. Поле твоего не засевай двумя родами семян. Не читай мне писание, дьявол. Да пылает вечно твой гнусный язык, да набьет черти твою глотку битым стеклом. Нет. Ты бы предпочел песни твоей придворной ведьмы. Если она умолчала о детях Дану, что еще она от тебя скрывает? Он и в смерти жаждет отравить твой разум, король. Не верь ему! Но вдруг это правда? Лучший лжец мешает правду с ложью. Если Киара и была с ними, давно отреклась. Конечно, ты прав. Этот смрад путает мои мысли. Выйдем на свет Божий, на свежий воздух. Это прекрасная земля. А мы хранимы Богом. Весть о нашей победе помчится! Точно ветер! Я не смог предотвратить грабежи, мой король, но позаботился, чтобы людей не тронули. Ха-ха-ха. Барды воспоют верховного короля, что очистил церковь Армы, и короля Дублина, что бился с ним рядом. И того, кто пришел из земли героев, чтобы помочь им одержать победу. Всех будут помнить. Равно и живых, и павших.
Так, ну начали задание какое-то. Снова. Давайте взглянем на него. Это аудиенция какая-то или что? Отправляйтесь в Дэру. Это где? Это вот тут, понял. Отправляемся. Что произошло? Они призвали Флана. Надеюсь, он скоро явится и утихомирит их. Итак, король, нам было что обсудить в последние дни. Весть об Эогоне разнеслись точно пожар. Люди напуганы. Да и мы чрезвычайно обеспокоены. Знаменитый аббат оказался язычником. Даже среди кормчих церкви нашелся друид. Кто знает, сколько еще у них приспешников. Нужно действовать. Избавить от них наши земли. Учредить суд Святой Церкви. Да как ты смеешь? Эгон действовал в одиночку. Он принадлежал к тайному братству. Или ты это отрицаешь? Вовсе нет. Но теперь ты только и будешь говорить, что о детях Дану. Это сорняк, корни которого вера друидов. Не изведем его, все это может случиться снова. Флан, мне не нравится, на что намекают эти люди. Не слушай их. Смеешь указывать королю? Ты... трава того же корня? Даже знаешь это братство по имени. Быть может, и ты многое скрываешь, как скрывал Эагон. Подлец! Хватит! Заговоришь с ней так снова, тебя съедят крысы. Заживо. Прости меня, мой король. Барт, я ни в чем никого не обвиняю, а хочу лишь объяснить одну важную вещь. Мы не знаем, откуда опять придет беда. И не можем надеяться, что ее не будет. Мы христиане и должны отринуть разногласия и объединиться, чтобы сохранить нашу веру в Ирландии. Флан, нельзя же просто... Твое мнение я знаю, Киара. Кто еще желает высказаться? Я хочу. Совершенно ясно, что против этой угрозы мы готовы выступить сообща. Будем бездействовать. Старые корни пустят новые ростки, и где-нибудь созреет бунт. Но если примемся за дело, учредим суд церкви, то земли наши обретут единство. Это мой народ, Шихфрих! И в нем есть те, кто угрожает всем нам. Действительно ли ты готова встать сейчас на их защиту? Кто-нибудь еще? Так. Тебе предлагают вступить на опасную тропу. И сейчас никто не сможет предсказать, куда она приведет. Сперва взвесь все за и против, король. Промедление только на руку нашим врагам. Государь, все мы считаем, что верный путь тут. Лишь один. Мы учредим суд церкви. Друиды примут нашу веру или будут изгнаны. Ирландия станет полностью христианской землей. Куда ушла Киара? Домой. Это там, дальше, по дороге. На ней лица не было. Так, давайте искать. Киара вне себя. Надо ее успокоить. Так, тут нельзя зайти. Киара! Оставь меня! Что это?
Что ты делаешь? Флан, дурень бесхребетный. О чем он думал? Он увидел возможность объединить королевство и ухватился за нее. Как любой король. Не защищай его. И не думаю. Но скажи, мог ли он отвергнуть всех этих королей разом? Твой гнев понятен. Но ты знаешь Флана. Это решение далось ему непросто. Давай поговорим с ним. Уж ты-то сумеешь убедить его поступить по-твоему. О, да. Хочет он того или нет? Что? Прости. Я не могу позволить нас уничтожить. Ты, Кара, серьезно? Эйвор! Ты слышишь меня? Эйвор! Эй, что с тобой? Ты видел Киару? Я думал, она здесь. Эйвор? О! Что это? Думаешь, это Киара? Больше некому. Не знаю, что у нее на уме, но она в гневе. Надо спешить. Нужно с ней поговорить. Боюсь, поздно. Она сказала, что не даст уничтожить друидов. Что она задумала? Камень Фаль. Думаю, она как-то использует его. Что, камень? Это древнее сокровище ее предков. Возможно, мы не все о нем знаем. Я предвидел, что мое решение ее разгневает. Но думал, что мы сможем договориться. Ты был в непростом положении. Поддержишь одних, предашь других. В таких случаях нужно дать себе время на раздумье, чтобы найти наилучший выход. Я поступил необдуманно, Эйвор. Прислушался к страхам людей, чьей верности так жаждал. Приготовься, мы почти на месте. Интересно, а что будет сейчас? Блин, Киара, почему ты это делаешь? А вот спамся-то... Ну, головой какой-то. Поспешно принимать решение. Необдуманно. План, давай быстрее. Нужно спешить. Еще туман, ничего не видно. Правильно я еду? Давай. Передачу переключай, поехали. Готовь меч, Флан, и держись рядом. Придется сражаться. Эйвор, что же нам делать? Драться! С моими людьми? Если хочешь жить, берись! Назад! Они не послушают! Киара как-то подчинила их разум! Защищайся! Вот именно. А ей больно... Должен тебя остановить! Ты встанешь у меня на пути? Я думала, что уж ты это поймешь! Да! Но это слишком! Все, что с ней еще может быть мир!
И снова ты нашел. Будь наготове. Киара, где же ты? Киара! Поднимем ставки. Обогрешь руки кровью короля. Эйвор! Блин, что делать? Я ведь не хочу его убивать. Я могу его как-то вырубить? Эту силу не укротить, Киара! Она поглотит тебя! Ну и пусть! Нет, не пусть. Хватит, Киара! Довольно, отступись! При мне. Служишь Бариду? Его сынку? Ты просто пешка. Он мой родич. И ты пойдешь на что угодно, чтобы защитить тех, кому верят. Какие ножи у нее? Я такая же. Если нужно убить тебя, чтобы спасти мой народ, то так тому и быть. Не надо. Ее. Блин, энергии не хватает, это просто жесть. Извините. Тью. Понял, хожу. Да почему энергии вечно не хватает? Я ж уже раскачан и так. Так раскачан. Да что ж ты не стреляешь? А ты Я многих победил. Не заставляй прибавлять и тебя к их числу. Что ж, не сдавайся, как и я. Ты нет. Ты древняя. Останови! Почти. Надеюсь на это. Хорошие у нее ножи. Киара, останови, все. Брейк. Как там его называется? Что, тебе все мало? Я живу ради битвы! Напомнись, пока не поздно, Киара! Я лучше умру, чем дам нас растоптать! Это жестоко, конечно, но... Она сама напросилась. Успокойся, Киара. Ты знал, что я не дам погубить друидов. Чему же притворялся мне другом? Это не притворство. Я думал... Я надеялся, ты будешь лучше, чем Элган. Не смей равнять меня с ним! Да? Оглядись вокруг. Ты сделала ровно то, на что надеялись дети Дану. Стала инструментом их замысла.
всегда им была. Когда умерла мать, я осталась последней, кто мог пробудить камень Фаль. Не думала, что применю этот дар так глупо. Что теперь? С меня довольно. Эгон и дети Дану хотят лишь власти, что дарит камень. А я ключ, который ее высвобождает. Лучше смерть. Убей меня, Эйвор. Вместе со мной погибнет сила Тары. И ничто не будет сбивать мой народ с пути. Наша вера не сгинет. Я спасу ее. Помоги мне. Прошу. Безоружного человека я не могу убивать. Ты ключ к камню, но источник силы он сам. Так уничтожь его. Нет, я не могу. Твои предки давно покинули этот мир. Они не станут горевать о потере. Иногда нужно жертвовать тем, что мы ценим, чтобы спасти тех, кого любим. Жить не прошлым, а в будущем. Киара, я раскаиваюсь. Я подвел и тебя, и истинных друидов Ирландии. И прошу за это прощения. Я дам королям знать, что изменил решение. Ирландия будет такой, как ты хотела. Надеюсь, что так, Флан. Прощай. Прощай, Эйвор. Куда ты пойдешь? Она не пойдет к тому водопаду? Ведь она говорила, любит то место. Ну что, как ты, Флан? Весь в синяках и шрамах. Но жить буду. Вот гордость моя, пока не знаю. Но я тебя не убил. Возможность была прекрасная. Полагаю, тебя теперь уж точно могу считать другом. Сделай так, чтобы Шихфрих правил долго. Я никогда не стану тебе врагом. Ты говорил с другими королями? И ты поэтому пришел? Да. Суда церкви не будет. Ты помог мне понять, что Верховный Король в ответе за всех подданных. Мне только жаль, что я сам не понял этого раньше. Ты трудишься во имя общего будущего. Киара была бы довольна. Знаю, что в Англии у тебя много дел, Эйвор. Но можешь возвращаться в Ирландию, когда пожелаешь. До свидания, Флан. До новой встречи. Что сказал бы обо всем этом мой отец? Баррет хотел сделать так, чтобы Дублин твердо стоял на ногах, когда станет твоим. Всего он сделать не успел, но тобой гордился бы. Я не забуду, что ты сделал для моей семьи. Для нашей семьи, Шихфрих. Прощай. И да пребудет с тобою хук отца, как и со мной.
так вот все и произошло. Жаль, что Киара ушла. Очень-очень жаль. Так, сейчас мы еще узнаем. Орден, что с ним у нас? То есть у нас раз, два, три человека еще неизведанных. Я думаю, их мы будем убивать уже в следующей серии. Так, что у нас по карте? Здесь не исследовано. Ой. Квестов вроде никаких нет. Вот это только дети, да, ну. Это мы сделаем. Так что, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем удачи и пока.